Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Уважаемые коллеги, добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней конференции – создание концепции кибербезопасности, кибершит Казахстана. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямыз Қазақстанның киберқалқанын құру мәселесіне арналып отыр. Бұл туралы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та үшінші өзінің жолдауы, Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында сөз айтқан болатын. Осы бағытта жасалып жатқан жұмыстар туралы бүгінгі шақырылған қонақтарымыз баяндап береді. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Дмитрий Васильевич Галабурда, Қазақстан Республикасының қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ақпараттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Руслан Кенжебекович Абдикаликов. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Дмитрий Васильевич, первое слово предоставляется вам, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. 31 января 2017 года в своем послании народу Казахстана «Третья модернизация. Глобальная конкурентоспособность» глава государства подчеркнул, что все большую актуальность приобретает борьба с киберпреступностью. И в этой связи он поручил правительству и Комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана». В этой связи при министерстве была образована межведомственная рабочая группа из числа представителей центральных и специальных государственных органов, которая ведется работа над проектом одноименной концепции кибербезопасности «Киберщит Казахстана». В процессе работы рабочей группы изучен разнообразный международный опыт как государств-лидеров в сфере использования ИКТ, так и стран, которые только стремятся расширить сферу их применения для достижения целей социально-экономического развития. Понятие кибербезопасности является достаточно новым понятием и пока не имеет общепризнанного юридического международного определения. В то же время на уровне ООН имеется ряд документов, таких как глобальная программа кибербезопасности Международного союза электросвязи или резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Создание глобальной культуры кибербезопасности», в которых содержатся ключи к пониманию кибербезопасности. В целом, как явление, она охватывает сферы, связанные с безопасным использованием информационно-коммуникационных технологий при обеспечении неприкосновенности частной жизни, защиты информационных систем и обеспечения устойчивости критически важной инфраструктуры от угроз, исходящих из сети интернет. Феномен кибербезопасности как явление состоит в том, что многократно расширилось количество объектов, нуждающихся в защите, в связи с их повышенной доступностью из-за трансграничного характера сетей телекоммуникаций общего пользования, проще говоря, интернет. В то же время и неприкосновенность частной жизни при использовании ИКТ, и защита информационных систем критических объектов инфраструктуры в конечном счете обеспечивается соблюдением мер информационной безопасности, так называемой Information Security и ICT Security. В широком понимании под кибербезопасностью также иногда понимают и другие меры, включая поддержание международной безопасности, обеспечение технологического суверенитета, стимулирование экономики. Действительно, многие вопросы кибербезопасности неразрывно связаны с процессом развития информационно-коммуникационных технологий и с реализацией современных подходов по цифровизации экономики. Поэтому многие ведущие страны, например, такие как Великобритания, Австрия, Германия, Финляндия, подходят к пониманию кибербезопасности в первую очередь как проблеме экономического характера, тесно связанной с развитием информационного общества, укреплением технологического суверенитета и экономического потенциала во всем диапазоне основных стратегических IT-компетенций, включая те, которые должны быть созданы на транснациональном уровне для обеспечения долгосрочной стратегии жизнеспособности национальных экономик. Вот. В вопросах собственно обеспечения защиты информационных систем и ресурсов практически все страны сходятся в том, что главная ответственность за обеспечение безопасности информации, информационных систем и сетей телекоммуникаций возлагается на их владельца или оператора. Такие работы должны проводиться на постоянной основе, иметь соответствующее финансирование, соразмерно оценке риска в отдельных сферах управления или экономики. Тем не менее, собственники и владельцы информационных систем должны иметь четкие ориентиры в виде технических требований и стандартов. Это позволяет им встраиваться в складывающуюся общенациональную и международную систему реагирования на возможные инциденты в результате неправомерного использования или разрушительного действия информационно-коммуникационных технологий. Вот мы в этой связи для повышения общей осведомленности граждан о источниках и характере угроз в концепции привели базовые определения в сфере информационной и сетевой безопасности и дали к ним необходимые пояснения. В частности, для целей настоящей концепции под кибербезопасностью понимается состояние защищенности
электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз. Такое понимание, в принципе, соответствует используемому в законодательстве понятию информационная безопасность в сфере информатизации. Вопросы целенаправленных попыток реализации угроз несанкционированного воздействия, да, в айтишной среде принято называть компьютерной атакой. Такое воздействие осуществляется с использованием программно-аппаратных средств или протоколов межсетевого взаимодействия. Вот все остальные термины в проекте нашей концепции приведены в тех значениях, в которых они используются в действующем законодательстве или в технических стандартах. Должен сказать, что работая над концепцией, мы не столкнулись с серьезным дефицитом понятийного аппарата, и в принципе это позволило нам описать все угрозы, факторы и принимаемые меры действующим понятийным аппаратом, отраженных в нашем законодательстве и в технических стандартах. Как я уже отмечал ранее, в целом международные подходы к управлению кибербезопасностью охватывают защищенность от сбоев и неправильной эксплуатации информационных систем, а также межотраслевые меры, призванные содействовать поддержанию этого состояния. В этой связи рабочей группой был проведен анализ текущей ситуации в сфере информатизации государственных органов, в сфере автоматизации государственных услуг, перспектив развития цифровой экономики, технологической модернизации производственных процессов промышленности, сфера оказания информационно-коммуникационных услуг через интернет. Были выделены ключевые проблемы. Значит, первое. В Республике Казахстан в период с 10 по 16 год плотность пользователей интернета увеличилась с 36% до 75%, а количество пользователей мобильного интернета с 3 694 тысяч практически утроилось и достигло 10 567 тысяч. Такое экспоненциальное увеличение числа пользователей интернета повышает критичность и делает более ощутимыми последствия в случае отказов техники или вредоносного воздействия на технические средства. Пренебрежение соображениями безопасности при использовании интернет-ресурсами, социальными сетями или какими-либо сервисами также ведет к повышенному риску для неприкосновенности частной жизни, это необходимо учитывать. Второе. Это отклонение от установленных требований технических стандартов, принцип остаточного финансирования, обеспечения информационных систем, системами защиты информации и контроля защищенности. Это существенно увеличивает угрозу несанкционированного доступа к информации и воздействия на информационные системы. Также несвоевременное устранение владельцами информационных систем уязвимостей в программном обеспечении несет в себе высокие риски технологических сбоев. В свою очередь это затрудняет не только профилактику технологических уязвимостей, но и борьбу с преступниками, использующими ИКТ как средство совершения преступлений. Недостаточная осведомленность в методах защиты информации и низкая обеспеченность в системах информационной безопасности малым и средним бизнесом приводит к большому количеству остающихся вне внимания неанализируемых событий и инцидентов информационной безопасности, которые выпадают из поля зрения Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты. Также отмечаем, что в сфере ИКТ и информационной безопасности, в частности, отмечается дефицит квалифицированных специалистов как на государственном, так и в частном секторе. Также отечественный сектор пока не вносит существенного вклада в диверсификацию экономики, да, а культура кибербезопасности, в том числе производственная культура в сфере разработки и использования продуктов ИКТ, не всегда является определяющей. Высокая латентность и зачастую международный характер преступлений в этой сфере повышает их в целом и общественную, и международную опасность. Ситуация усугубляется тем, что в обществе присутствуют определенные стереотипы, да, о безнаказанности так называемой киберпреступности и об ограниченных возможностях органов правопорядка привлечь ее к ответственности при совершении таких высокотехнологичных преступлений. Вот, с учетом всех этих проблем цель концепции была сформулирована как способность государства и общества к поддержанию такого уровня защищенности электронных информационных ресурсов, систем и инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, при котором может быть обеспечено устойчивое развитие Казахстана в условиях глобальной конкуренции. Поэтому концепция здесь определяет не только основные направления реализации госполитики по защите информационных систем и сетей телекоммуникаций, но и необходимые меры для повышения уровня образования, формирования правовой и производственной культуры безопасного использования информационно-коммуникационных технологий. Период реализации концепции состоит из двух этапов. Мы полагаем, что на первом этапе, то есть в 2017 и 2018 годах, должны быть проведены мероприятия,
по формированию развернутой правоприменительной практики соблюдения тех требований, которые уже установлены законодательством. Это требования в сфере информационной безопасности. После будет проведен их анализ и выработаны предложения по внесению изменений в законодательство. Также мы считаем необходимо провести ревизию образовательных программ и профессиональных стандартов, увеличить количество и качество подготавливаемых специалистов в области информационной безопасности, обеспечить повышение квалификации тех специалистов, которые уже заняты в этой сфере. На первом же этапе необходимо завершить выстраивание эффективной схемы взаимодействия между промышленностью и наукой. Это позволит создавать отечественные разработки в системе информационной безопасности, которые могут быть положены в основу Национального координационного центра информационной безопасности, ведомственных и отраслевых центров информационной безопасности. Мероприятия второго этапа, мы полагаем, займут период с 2019 по 2022 годы и должны привести к обеспечению ключевого участия казахстанских IT-компаний в обеспечении национальной информационно-коммуникационной инфраструктурой системами информационной безопасности. Реализация всех этих мер повысит готовность страны к предупреждению, оперативному, техническому реагированию на инциденты информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызываемых угрозами кибербезопасности. В работе над проектом концепции активно участвуют представители Общественного совета Министерства, представители аккредитованных профессиональных отраслевых ассоциаций, высших учебных заведений, представители промышленности, IT-индустрии. Также проект концепции прошел обсуждение на портале открытых нормативно-правовых актов. Был получен ряд важных и ценных для нас предложений и замечаний, которые были учтены в работе. В соответствии с общенациональным планом мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана, формой завершения концепции предусмотрено постановление правительства. И вот в этой связи в настоящее время концепция проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, и в ближайшее время проект концепции будет внесен на рассмотрение правительства. Ну вот в общей характеристике у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо и вам. Следующее слово предоставляется Руслан Кенжебекович, пожалуйста. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы коротко остановиться на текущем состоянии кибербезопасности в Республике Казахстан. В целом, в Казахстане организационно-правовые и технические основы системы обеспечения кибербезопасности сформированы и законодательно закреплены как составляющие информационной безопасности и обеспечения безопасности информационного пространства, а также инфраструктуры связи. Подходы к обеспечению безопасности инфраструктуры связи и сети телекоммуникаций общего пользования выстраиваются вокруг системы централизованного управления сетями телекоммуникаций через возможности магистральных операторов связи, реализующих на пограничном оборудовании концепцию электронной границы. На законодательном уровне регламентировано функционирование системы мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации электронного правительства, включающих в себя как государственные, так и негосударственные информационные системы, интегрируемые с государственными. Благодаря централизации подключения к интернету через единый шлюз доступа к интернет государственных органов существенно снижены угрозы несанкционированного доступа и вредоносного воздействия на электронные и информационные ресурсы государственных органов. В целях оказания содействия владельцам и пользователям информационных ресурсов и систем по вопросам безопасного использования информационно-коммуникационных технологий с 2010 года функционирует Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты, КИЗ-ЦЕРТ. Кроме того, система технического регулирования предусматривает подтверждение соответствия программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, в том числе с определением случаев их обязательной сертификации при использовании в государственном секторе. Также создана и совершенствуется система правовых, организационных, технических и криптографических мер защиты государственных секретов, обрабатываемых с использованием средств вычислительной техники. Ряд подзаконных актов, принятые в последнее время, еще не получили развернутой правоприменительной практики. В частности, можно привести как пример, это постановление правительства от 20 декабря 2016 года, номер 832, называется оно «Об утверждении единых требований
в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационных безопасности. Этот документ представляет собой свод правовых и технических норм, которые были взяты из национальных стандартов и гармонизированных международных стандартов. Также имеется постановление правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2016 года, номер 529, которым утверждены правила и критерии отнесения объектов к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры из числа особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение. На подобные объекты, вошедшие в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, распространяются вышеуказанные единые технические требования. Кроме того, для обеспечения технологического контроля за процессом разработки, создания и эксплуатации информационных систем, то есть на всех этапах жизненного цикла информационной системы, действует ряд нормативно-правовых актов. С учетом возникающих угроз и необходимости совершенствования системы государственного управления, в них могут вноситься изменения и дополнения. Также следует отметить, что выработан ряд мер по совершенствованию системы информационной или кибербезопасности. Полагаем, что необходимо сосредоточить усилия на формировании приоритета в области исследований и развитию собственной школы прикладной математики. Также важнейшее значение имеет подготовка и переподготовка специалистов в сфере информационной безопасности. С целью повышения востребованности отечественных разработок необходимо создать условия для их приоритетного использования в государственном секторе. Наиболее актуальные вопросы по кибербезопасности должны рассматриваться через совет при уполномоченном государственном органе в сфере информационной безопасности. До 2022 года, как уже отмечал Дмитрий Васильевич, должен будет создан в Республике Казахстан национальный координационный центр информационной безопасности, а также ведомственные и отраслевые структуры мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Как было уже отмечено, есть государственная служба реагирования на компьютерные инциденты, КЗЦРТ, а также есть в стране и первый частный ЦРТ, который разработан ОЮЛ ЦАРКа. Вы, наверное, в курсе про это, коллеги. Также хотелось бы отметить, что в связи с развитием промышленного интернета необходимо выработать требования в сфере обеспечения безопасности для автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленных объектов и телекоммуникационного оборудования сетей телекоммуникаций общего пользования. Реализация указанных мер будет сопровождаться рядом целевых индикаторов. Разрешите их перечислить. Первое. Повышение осведомленности об угрозах информационной безопасности в 2022 году будет на 20% повышено по отношению к базовому периоду 2018 года. Второе. Количество подготовленных и переподготовленных специалистов в сфере информационной безопасности в 2022 году составит 1040 человек. То есть это 240 человек будет подготовлено, и 800 специалистов пройдут переподготовку. То есть для сравнения можем отметить, что на сегодняшний день ежегодно выпускается только 85 человек в сфере информационной безопасности. Третье. Увеличение доли и внедрение в государственный и квазигосударственный сектор отечественных программных продуктов в сфере информатизации и связи в 2022 году увеличится на 50% по отношению к базовому периоду 2017 года. Четвертое. Необходимо будет осуществить переход к использованию защищенных соединений интернет-ресурсами в доменной зоне .caz и .kz с использованием отечественных сертификатов безопасности. Мы ставим такую цель, что к 2022 году этот переход составит 100%. Пятое. Доля информационных систем государственных органов и негосударственных информационных систем, интегрируемых с государственными, информационных систем критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подключенных к центрам мониторинга и информационной безопасности, к 2022 году составит 100%. Полагаем, что скоординированная реализация концепции «Киберщит Казахстана» государственными органами, частным сектором, обществом
позволит существенно повысить место Казахстана в глобальном индексе кибербезопасности и достигнуть к 2022 году индекса 0,6. Также полагаем, что реализация концепции может быть осуществлена посредством трех кодексов, 13 законов, одной государственной программы и 14 подзаконных актов. Также довожу до вашего сведения, что после принятия концепции «Киберщит Казахстана» в течение трех месяцев планируется утверждение плана ее реализации. Вкратце это все. Спасибо большое за внимание. Спасибо и вам. Пожалуйста, первый вопрос. Казинформ. Лаура Матаева, МИА Казинформ. У меня два вопроса. Первый, вот как раз вы только что сказали в своем выступлении, что ежегодно выпускается 28 человек в сфере информационной защиты. Да? Вот, в будущем какая работа проводится для того, чтобы побольше как бы, вот, профессионалов в этой сфере было задействовано? И второй вопрос. Каким образом сегодня обеспечивается информационная безопасность Казахстана? Спасибо. Спасибо и вам. Да, спасибо большое за вопрос. Как я отметил, ежегодно у нас в Казахстане выпускается 85 специалистов в сфере информационной безопасности. Да, мы провели анализ, сколько специалистов выпускается в сфере ИКТ. То есть мы посмотрели, это специальности, связанные с информатизацией, это специальности, связанные с радиоэлектроникой и телекоммуникационным оборудованием, это специальность РЭД, так называемая. И также есть специальность системы информационной безопасности, СИП. Так вот, по всем специальностям ИКТ в стране выпускается порядка 32 тысяч специалистов ежегодно. И, как я отметил, только 85 человек выпускается всего лишь ежегодно. В процессе обучения сейчас находится 362 человека в сфере информационной безопасности. Ну, как вы понимаете, исходя из цифр, это очень маленький процент. Соответственно, мы проводим большую работу совместно, в первую очередь, это с вузами. Это те вузы, есть у нас 7 вузов в стране, которые занимаются как раз подготовкой специалистов в сфере информбезопасности. Затем большую работу мы провели совместно с Министерством образования и науки. То есть на сегодняшний день государственными грантами охвачено только 60 человек ежегодно. То есть на следующий год эта цифра уже будет увеличена до 160 человек. И, как я отметил в своем докладе, к 2022 году мы планируем эту цифру уже увеличить до более 1000 человек. Это касательно вашего первого вопроса. По второму вопросу хотелось бы отметить, что действительно на сегодняшний день, когда мы занимались проектом концепции «Киберщит Казахстана», она возникает не на пустом месте. Это не какой-то новый проект. Это, скажем так, венец той работы, которая проводилась многие годы заинтересованными государственными органами. Это и Комитетом национальной безопасности, и Министерством внутренних дел, и Министерством информации и коммуникаций. И на самом деле сейчас уже в стране существует ряд проектов базовых, на основе которых и будет разворачиваться в дальнейшем киберщит Казахстана. Ну, как я уже отмечал в своем докладе, это в первую очередь так называемая электронная граница страны, это система централизованного управления сетями телекоммуникаций. Затем это важный аспект, это единый шлюз доступа в интернет государственных органов, ЕЖДИ сокращенно. Затем система мониторинга безопасности электронного правительства, а это служба реагирования на компьютерные инциденты, КИЗЦЕРТ, которая уже также была отмечена. Кроме того, существует уже богатая нормативная правовая база, которую мы в настоящий момент пересматриваем, и с учетом веяния времени, с учетом новых угроз, которые испытывает на себе Казахстан, и, как вы все знаете, вот даже исходя из последних событий, вот эти вирусные атаки, которые весь мир поразили, мы с учетом этого пересматриваем как и свои проекты в сфере информбезопасности, их модернизируем, укрепляем, так и пересматриваем законодательную базу, чтобы она максимально полно отвечала всем современным угрозам. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Казправда. Александр Власов, «Казахстанская правда». Повлияет ли данная концепция на права граждан Республики Казахстан? И если повлияет, то как? Спасибо.
Пожалуйста. Да, я хотел бы пояснить, что концепция основывается на действующем законодательстве и на тех принципах, которые в этом законодательстве уже закреплены. Мы опирались на принципы, закрепленные в законодательстве об информатизации, о персональных данных, по их защите, о национальной безопасности. Так вот, это принципы соблюдения прав и свободы законных интересов физических и юридических лиц при обеспечении безопасности личности, общества и государства. Вот этот принцип, он будет неукоснительно при реализации концепции соблюдаться. И я думаю, что концепция, предназначение концепции как раз и стоять на страже прав и законных интересов граждан. Спасибо.